Привет! Хочешь, чтобы твой сын стал звездой-пианистом, но прокачивать навыки игры на пианино так долго и нудно? Сейчас покажу, как это упростить. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Shift-C и в появившейся строке пишем следующий код, который можно скопировать в описании под видео. Тыкаем Enter. Вводим второй код. Вместо числа 10 можно написать любое значение от 1 до 10. Это уровень навыка игры на пианино, который твой сим получит. И снова Enter. Навык моментально повышается и, как видишь, это работает. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.